Вами магазин «Кудеса чудеса». Хотите иметь помощника, который в течение дня будет вам подсказывать, оберегать вас, направлять по нужному пути? Вот такие вот сумочки с изображением животных в нашем магазине являются не просто аксессуаром, но и магическим помощником. Вот, например, сумка с лисой. Лиса – животное любопытное и изобретательное, и поможет своей владелице. Она пробудит интуицию и осторожность, которые помогут слушать внутренний голос и с ловкостью преодолевать любые запутанные ситуации. А вот волк. Если вам нужна сила и решительность, даже бесстрашие, такой помощник будет всегда рядом, и эти качества будут вас усиливать. Если не хватает самостоятельности или терпения, храбрости и ловкости, тут волк тоже вам поможет. Вот такая сова. Сова – это же символ познания, мудрости. Поможет вам получать знания. Даст всегда мудрый совет в какой-нибудь ситуации. Вот еще вот такая вот есть сова. Какие у нее мудрые, красивые глаза. Она мягкая и уютная, и в то же время мудрая помощница. Еще у нас есть вот такая вот сумка. Дракон. Глаз дракона. Дракон – это очень мощная защита. Он видит зло и не пропустит его. Смотрите, какой он красивый и мощный. Вот такие магические помощники ждут своих владельцев в нашем магазине.